Значит, также азовцы, именно азовцы, просто расстреляли людей. Как бы ВСУ хотела сдаться в Мариуполе, но их просто расстреляли. Получается, 20 числа, когда мы были еще дома, мы хотели до последнего сидеть дома, азовцы просто начали из танка стрелять буквально в дом и поджигать все, что было на его пути. Мы заходили в украинские подвалы, там, где люди сидели, или расстреливали, или просто выгоняли на улицу и гнали по улицам, где были мины. Но люди, естественно, подрывались.